Скоро начнется веселье. Велислава, по какому поводу собрались? На день рождения. На чье? На мое. Сколько ж тебе лет? 6. Да уж пальцами можно не показывать, ты же большая. 6. Эй, кружись. 1, 2. Ну, что там у тебя такое? Там две детские книжки. Ух ты! Не рассказывай. Покажи. Там, короче, можно 3D скачать приложение, и они 3D-шные будут. Прикольно. Одевай. Что внутри? Ну-ка, открой, да, ты искала. Типа наводишь на картинку? Да, но только там, где есть ты что-то такое. Сколько народу много. Ой, сказочные истории будешь читать. Ну, вообще. Вот такими буквами написано. Ну, так. Это две Василисы. Давай мне Слава загадать. Загадать желание. Давай. Давай. Я хочу, чтобы я стала самой умной. Быстрее пошла в школу. Понятно. Доктор наук. Ну, Василиса. Мама, у нас две Василисы. Раз Василиса, два Василиса. Раз Василиса, два Василиса. Ответ платит и все. Где там? На блин, как на блин мороженое. Подожди. Вот этот шарик бери. Сейчас подожди. Давай. Вилку тебе дать. Буду блином макать. На, откроешь? Слава соленый пив допила. Так, первая игра. Гигантский бадминтон. Посмотрите, какой большущий. Играют Алиса и Велислава. Раунд первый. Еще надо научиться. Ну-ка. Он же такой большой, давай. Надо придерживать. Покажи, как ему. Смотри, сейчас тренер Василиса покажет. Сейчас на второй этаж не закинем. Ладно, поняла. Я покажу. О, ну почти. Вот, получилось. Хорошо. Ну, тренируются все же. Ну, давайте. Сейчас следующие меняемся. Вот, получилось. А ты поиграть не хочешь? Да, теперь Василиса и Василиса играет точно. Две Василисы. А мальчики сейчас подождете. Посмотрите, куда он полетел. Да, вообще хулиганчик. Я буду подавать.
О, Василиса с Василисой. Да. Оп, еще раз. Я хорошо играю. Ну, а сейчас и вы пойдете. Наверное, мальчики вообще будут классно играть. Я с Василисой. Я потом с ней. Все хотят Василисой. Давай! Прикольно! Браслетик! Я хочу! Серега, пошли! Иди, Серег, поиграй в бадминтон! Гол! Серега, ты пришел на день рождения! А ты ну подожди, он еще стесняется. Освоится. Ой, смотри, покажи нам, что тебе там подарили. Пошли играть! Бичку как открыть? Кажется, она может не откручиваться. Она открывается как-то. А может она с другой стороны как-нибудь? Мы вот это-то еще не сняли ничего. Давайте снимем. Ой. Спасибо, Василиса. Теперь я вот смогу. Это. Вот это? А, значит, она не снимается, видишь, все. Да, это корзинка. Значит, можно в магазин. Так, подготовились. Заходим. Заходим? Да. Вот. День рожденный тортик. Вячеслава сначала загадает желание. А вы поете все песни. День рождения. Тебя. С днем рождения. А где тебя. С днем рождения. Слава, с днем рождения тебя! Давай, давай еще. Ой, я думала, она с одного раза сдула. О, будем тортик кушать. Все.